860 звонков уже поступило на телефон горячей линии 504-204. Напомним, что по этому номеру западные казахстанцы могут сообщить о фактах необоснованного роста цен на продукты питания и товары первой необходимости. На данный момент идет проверка деятельности оптовых поставщиков продовольственных товаров. В антимонопольной инспекции сообщили, что один из производителей будет оштрафован. Кабинет, в котором находится телефон горячей линии, расположен в здании областного акимата. Это подчеркивает важность работы, которая поручена сотрудникам группы по мониторингу цен. С 13 февраля сюда ежедневно обращаются западноказахстанцы с жалобами на необоснованный рост цен. Жалобы в основном поступают на картофель, в основном, потом мука, рис, колбасные изделия. В этих случаях сразу передается все это в специально созданные рабочие группы. У нас 7 оперативных групп, которые оперативно действуют. Мы им сообщаем. Наше дело, наша горячая линия, фиксировать звонки все. Потом передается это в оперативные рабочие группы. В антимонопольной инспекции сейчас ведут расследование в отношении 12 субъектов рынка, среди которых 8 производителей и 4 оптовых поставщика. В первую очередь цены повышают именно они, а не розничные торговцы. На сегодняшний день самый большой рост наблюдается по луку, творог, мука подорожала последние несколько дней, средние цены, яблоки подорожали немножко. По ним, по всем будут приниматься меры, будем проводиться анализ. Одна из компаний, производителей, которая расположена в городе Уральске, реализует товар с принудительным ассортиментом. Это в ходе проверки было выявлено. Данная компания будет привлечена к административной ответственности в размере 2000 МРП. Порядка где-то около 4 миллионов тенге. Телефон горячей линии 504-204 будет действовать как минимум до конца марта. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.